За день до саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге неизвестные подожгли 12 автомобилей Porsche. Новенькие машины сгорели дотла прямо на стоянке автосалона. Полиция не исключает, что поджог может быть связан с проведением саммита, но до завершения расследования пока ничего не комментирует. Напомню, 12-й саммит G20 стартует завтра. Обеспечивать безопасность там будут около 20 тысяч полицейских.